на автодороге Каново-Черноярска на втором километре была остановлена автомашина, автобус марки Mercedes. Отсутствует диагностическая карта на 2020 год. После сбора административного материала было установлено, что поведение водителя не соответствует обстановке, имеется резкое изменение кожных покровов лица. После чего водитель был отстранен от управления транспортным средством. Ему было предложено пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, на что водитель ответил отказом. К данному факту на месте остановки был составлен материал по части 1 статьи 12.26, по части 1 статьи 12.5 и по части 2 статьи 12.1. Отделением ГИБДД по Курскому району был предоставлен автобус. Люди были пересажены в данный автобус, чтобы дальнейшее движение пассажиров осуществлялось в город Кисловодск к месту их приезда. После чего также в отношении водителя был составлен материал по части 1 статьи 14.1 за отсутствие разрешения на перевозку пассажиров.